Сьогодні ми проводимо позбавляння від окулярів. Іранські окуляри йдуть в стопку. Є! І скоро ми купимо нові.
Покажи. А, опять же. Родились. Сейчас мы находимся возле главной национальной мечети Куала-Лумпур и наблюдаем очень интересную картину. Тысячи мужчин, только что помолившись, выбегают кто первый и садятся на свои байки, которых здесь тоже тысячи, и начинается шум моторов, потому что все разъезжаются. А буквально 5 минут назад здесь была идеальная тишина, слышна была только молитва. И все эти мужчины были внутри мечети, так как сегодня пятница.